Заседание Палаты справедливости и общественного контроля было посвящено одному вопросу – преобразованию общественной организации. Данная инициатива у нас связана с необходимостью приведения нашего положения о Палате справедливости и общественного контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства. У нас поступило обращение от председателя общественной палаты Ульяна Скобовича Чепухина о том, что была проведена ревизия и анализ действующего законодательства, касающегося именно формирований, которые осуществляет общественный контроль. В соответствии с изменениями палата будет преобразована в Совет по общественному контролю. В ближайшее время разработают и утвердят положение о Совете, который станет правопреемником Палаты справедливости. В состав нового органа войдут как нынешние члены палаты, так и новые общественники. Сколько по времени, например, чтобы оповестить остальные организации проговорим. По желанию войти в новый состав давайте Совета? Давайте проговорим. Недели хватит? Я думаю, что да. Свое желание войти в новый совет уже высказали представители Ассоциации многодетных семей и инвалидов-опорников. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.